Siddhant Saraswati Vijayate Gauriya Goshti Pati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nitta Ananda Sahoditam Se Nanda Nanda Nanga Bande Radhika Charano Dayam Gopijano Samayuktam Binda Banam Manoharam Vancha Kalpataru Vashaki Pasind Bhavacha Patitanang Pavane Bhavashnavi Bhyo Namo Nama Mukankaroti Bachalang Pangum Lang Hetigirim Yatki Patamahang Vande Paramananda Madhavam Vrindavai Tulsidev Vaipiyavai Keshavasacha Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Nama Narayana Namaskritta Narunca Iva Narottamam Devin Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudira Sankirtane Krishna Kathopadesha Gauriya Patrasya Prakasane Cha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramadaksha Jagodvarunya Deyam Sada Paribhavagna Mabhishtadoham Tirthas Padam Siva Virinchenutam Saranyam Hetatiham Ponotopal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charuna Arvindam Yat Pada Pallavanakachandamani Chatai Bispurjita Kamapikabhavadu Swadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Ipankarasi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Ajanulambita Bhujau Kanaka Bodhato Sankirtanai Kapitaro Kamala Yatakshu Visham Baru Dijavaru Jugadhar Mapalo Bande Jagat Priyakaru Karuna Bhataru Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibharupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupe Nasada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tavam Bhagam Narayano Priyamanam Gomada Paharam Bharanasi Purapati Bhajavi Sanatam Vagisha Jusha Vadane Lakshmi Yasacha Bhakshasi Yasyasti Desambit Vam Shingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Tat Sadhu Manneha Sura Varja Dehinam
Сада самудбхигна дхияма садграхан. Хитваттапатам грихамандакупам. Банамгата хайяд харимасрахе. Татсаду маннехе асура варжа дейхинам. Сада самудбхигна дхияма садграхан. Хитваттапатам грихамандакупам. Банамгата хайяд харимасрахе. Гауди Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада, Парамамса Джагадгуру сказал, если весь мир пойдет против меня, в любом случае я никогда не перестану говорить об абсолютной истине, находясь под зонтом, находясь под прикрытием лотосных стоп Гурупад Падмы. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамамса Джагадгуру сказал, если целый мир пойдет против меня, я не перестану говорить об абсолютной истине, и я буду оставаться под зонтом, под прибежищем лотосной стоп Гурупад Падмы. Я знаю, что большинство людей в этом мире, они не примут абсолютную истину, и это не будет причиной, по которой я перестану о ней говорить. Может быть, один человек из всего мира примет эту истину. Поэтому, держа эту абсолютную истину на своей голове, в корзинке, мы будем разносить ее всем. И кто в состоянии принять ее, он принят ее. Естественным образом, те, кто говорят об абсолютной истине, они становятся целью атак. То есть люди, естественным образом, они против абсолютной истины. Если вы задумаетесь, что плохого сделал Прахлад Махарадж? Если вы изучите его жизнь, что он такого сделал, чтобы разозлить так сильно Хираньякашипу? Хираньякашипу разозлился так сильно. Почему? Что такого сделал Прахлад Махарадж? Он хотел говорить об абсолютной истине до тех пор, пока он не говорил об абсолютной истине. До тех пор, пока он ни о чем не говорил. Он был очень хорошим, Хираньякашипу, его сажал себе на коленки, целовал его, поймите. До тех пор, пока Прахлад Махарадж не стал говорить об абсолютной истине, он был хорошим. Отец его обнимал, целовал. Но как только он начал говорить об абсолютной истине, тогда отец разозлился. Как же это странно. Когда Прахлад Махарадж стал говорить об абсолютной истине, с того момента он стал врагом. И это естественно, это нормально. Хираньякашипу, он отправил Прахлада Махараджа в Гурукулу, чтобы обучить ему чему-то полезному в соответствии с материальными представлениями. И он хотел, чтобы Прахлад Махарадж обучился экономике, политике, социологии. И таким образом он стал бы полезным нашему обществу. Нам же нужно поддерживать царство, королевство. Хираньякашипу его отправил в Гурукулу. И это Гурукула демоническая, там демоны там обучались. Шукрачарья — это ачарья демонов. Шукрачарья — это ачарья демонов. И имя Шукрачарья, Прабхупада объясняет, дает объяснение его имени. Как появилось это имя? Шукрачарья. На бенгали, на санскрите мы говорим Джананачарья. О, это означает, что он очень заинтересован, что он очень плодороден в материальной жизни. Я не должен вам очень ясно это объяснить. Не следует мне очень ясно объяснить это слово, это имя. То есть он занят в материальных
материальными вещами. Он может дать совет по касаемой материальных вещей. То есть он не посоветует вам ничего, что поможет вам развить ваше сознание. Он может только посоветовать что-то по мирским вопросам. Вот почему он очень важный ачарья в сообществе демонов. И отец отправил... Мы слышим, что сын, он таков, такой же, как и отец. Мы слышим, что такое происходит. Но иногда случается прямо наоборот. Прохлад Махарадж получил милость Нараджи Махараджа, поэтому как мы можем ожидать, что у Прохлад Махараджа будет такой же характер? Но, тем не менее, ему пришлось ходить в школу, в Гурукулу демонов. И там были два учителя, сыновья Шукрачари, Санда и Марка. То есть они обучали всяким вот этим вот материям. Но Прохлад Махарадж, он не принимал этого учения. Он всегда молчал, не протестовал. Он всего лишь маленьким мальчиком был, как же он мог протестовать. И таким образом они думали, что Прохлад Махарадж, он проходил обучение. И в итоге Хираньякашипу, он позвал Прохлад Махараджа. Прохлад Махарадж никогда его не называл отцом. Прохлада Махараджа привели к Хираньякашипу, и Хираньякашипу устроил ему испытание. То есть, сколько он, чему он научился. И, то есть, отец не задал какого-то определенного вопроса, потому что если бы он так поступил, мальчик бы занервничал. То есть, он его спросил, в общем, что ты там выучил в Гурукуле? Выучил что-то хорошее? Можешь мне рассказать? Чему ты научился у твоего гуру? И Прохлад Махарадж задумался, мой гуру — это Нараджи Махарадж. А Хираньякашипу, он думал, что его гуру — это Сандая Марка. Хираньякашипу думал, я отправляю, Прохлад Махарадж ходит в Гурукулу, и его там учат Сандая Марка. Но Хираньякашипу задал вопрос таким образом, чему ты научился у твоего гуру? И Прохлад Махарадж подумал, мой гуру — это Нараджи Махарадж, почему бы мне тогда не сказать об абсолютной истине? Тогда он произнес вот эту шлоку. Он сказал королю, он не назвал его отцом. Прохлад Махарадж настолько умен, он не сказал ему, о, отец. Он сказал, Асурья Варья, наивеликийший из асуров. То есть, насколько ты падший. Потому что ты в династии асуры ты самый возвышенный. То есть, это значит, что ты наипадший. То есть он не назвал его отцом. Он сказал Татсаду Манне Асурья Варья. Асурья Варья. О, самый великий из всех асуров. Я думаю, что те, кто принимают человеческое рождение, что они должны оставить эту материальную жизнь и уйти в лес и сконцентрироваться на лотосных стопах Бхагавана. В материальной жизни постоянно какие-то беспокойства нас посещают. Вы не можете найти человека, который был бы свободен от беспокойства, потому что у них есть вторичные фокусы в жизни, то есть дитя авинивеш. Прохлад Махарадж ответил, ты спросил меня, чему я научился у моего гуру, и вот я думаю, что те, кто
материалисты, они, есть астрологи, и они могут произвести расчеты и могут сказать, вы можете использовать какие-то камни драгоценные, и эти камни, они могут вам подправить карму, помочь, в общем. Но когда вы совершаете харибаджан, когда вайшнав совершает харибаджан, то астрология, она больше не работает. Жизнь, она новая. В жизни Прабхупады, в жизни Яявар Госвами Махараджа такое произошло. Отец Яявар Госвами Махараджа, он был величайшим брахманом-астрологом Урисы. И Яявар Госвами Махарадж, он решил присоединиться к Гаудия Матху. Он решил посвятить свою жизнь харибаджану. И отец ему сказал, ты не можешь совершать харибаджан, тебе придется жениться. Но я не могу жениться. Нет, у тебя даже будет две жены. Тебе придется жениться дважды. И тогда Яявар Госвами Махарадж оставил дом, и он обратился к Прабхупаде, он ему предложил поклоны, и Прабхупада на него посмотрел, он понял, что у него в сердце. Он дал ему харинам, дал дикшу. И тогда Яявар Госвами Махарадж сказал, мой отец, он великий астролог, и он мне сказал, что я женюсь, что же делать, если я получу дикшу, могу ли я жить в ашраме, потому что здесь речь идет об отреченном образе жизни. То есть Яявар Госвами Махарадж сказал вот эти слова. Прабхупада, он только заулыбался, и он сказал, посмотрим. Ничего не ответил. Яявар Госвами Махарадж сказал, отец мне предсказал, что у меня будет два брака. И перед уходом Прабхупады Яявар Госвами Махарадж, он был последним человеком, который принял саньясу. Прабхупада, он был уверен на 100%, что никакого бракосочетания не будет. Гуру Махарадж сказал, что что ему предсказали дожить до 60 с чем-то лет. То есть астрологи ему просчитали жизнь. Но Гуру Махарадж, он дожил до 102 лет. А астрология работает, а это не что-то такое неправильное. Астрология исходит, мы получили ее из вед, но в случае преданного служения она не работает. Прахлад Махарадж поэтому сказал, в зависимости от положения звезд, люди страдают. Сатурн, когда влияет, то финансовое положение не очень хорошее у кого-то может быть. Марс может как-то разрушать жизнь, и люди, в общем, страдают. Но те, кто совершает харинам, харибаджан, для них астрология не применяется, потому что десятая звезда — это Кришна. Вы совершаете расчеты, исходя из девяти звезд, но десятая звезда — это Кришна. Десятая звезда — это Кришна. И эта звезда, когда посмотрит на вас, что вам кто может сделать? Что может сделать Раху, Кету, Марс? Что они могут сделать? Прахлад Махарадж, он был совершенно спокоен, бесстрашен. Прахлад Махарадж, он не боялся, о, мой отец, это демон, он меня убьет. Нет, он был абсолютно бесстрашен, несмотря на то, что он был маленьким мальчиком, и он очень говорил умные вещи. Я думаю, что это хорошо, если это в этом обществе люди, они страдают в зависимости от положения звезд в их астрологической карте. Лучше это семейная жизнь, это как слепой колодец, где нет воды. Знаете, колодец, что такое? В колодцах обычно вода. Прахлад Махарадж говорит, что семейная жизнь — это своего рода слепой колодец. Это лучше вылезти из этого колодца слепого. И лучше избегать плохого общения. Я вам объясню значение того, что он сказал. Ван значит лес. Поэтому все могут подумать, о, Прахлад Махарадж — это ачарья, и он нам приказал идти в лес. Зачем мне нужно вот это вот все организовывать, вот эти вот ассамблеи и так далее? Нет, но это не значение. Прахлад Махарадж, он сказал в соответствии с шастрами.
буквальное значение слова «ван» — это лес. Это буквальное значение. Но что сказал Кришна Бхагаван Удаве? Мы должны сконцентрироваться на этом. О чем Кришна сказал Удаве? Бхагаван Шри Кришна объяснил, ван — это не лес. Вы думаете, что ван — это лес. 10-12 лет назад я уже объяснил это понятие. Если вы отправитесь в лес, конечно же, вы отправитесь туда вместе с вашим материальным умом, интеллектом, телом. И будут у вас те же самые проблемы. Если вы отправитесь в лес, чтобы избежать проблемы, вы можете туда отправиться, но вы возьмете с собой ваш материальный ум и материальное тело. Материальное тело и материальный ум — это главная проблема. А вы берете эти две болезни с собой. А кто вас вылечит? Вы будете в том же положении. Возможно, физически вы будете вдали от плохого общения. Но в уме вы будете совершать плохое общение. Физически вы будете вдалеке, но вы будете совершать плохое общение в уме. Кто вас остановит? И общение, плохое общение в уме, оно очень опасно. Таким образом, вы не найдете никакого выхода. Кришна объясняет, что жить в лесу означает жить с садхугуру вайшнавами. То есть Прахлад Махарадж имеет в виду быть садхугуру вайшнавами, которые будут постоянно говорить харикатху и совершать харикиртан. On material interest, material enjoyment, vanam to saptikam vasam, and rajasam gramuchyate. То есть лес — это жить в саду, а быть в раджасе — это общаться с людьми, жить в деревне. Те, кто внешне, они имеют вид садхугуру вайшнава, они хотят жить в материи, они хотят наслаждаться материальными вещами, и в тот же самый момент они показывают баджан какой-то. То есть большинство из них, оно предпочитает жить в местах, где много наслаждений, то есть возможности наслаждаться. То есть они совершают харинам, и в то же время они хотят наслаждаться. То есть а кто их проверит? Потому что если вы не чистый вайшнав, как вы можете понять, кто есть кто? В Майяпуре я вам могу показать столько много случаев. Один саньяси, он в течение последних 25 лет, он живет с женщиной, и никто ни о чем не говорят. Но если вы будете говорить о Прабхупаде, то они сразу будут, начнут нападать на вас. Даже и какая-то организация, она совершила какое-то соглашение с этим саньясием: после твоей смерти ты нам храм передашь. В общем, во время Прабхупады, во время Бхактивинод Такуры, Такура, во времена Гуранги Махапрабху не существовало таких вещей. Тамас вас. Понимаете, что такое сатва, раджа, тама? Тама вас значит жить в тамасе. То есть это играть в азартные игры, пить вино, принимать наркотики — это тамавас. И это деградирует ваше сознание.
интоксикации, они очень опасны, и это очень оскорбительно. Потому что когда вы принимаете наркотики, или выпиваете, или курите, то есть вы себя ведете в ад. Ваше сознание, оно опускается, и такого рода люди, они опасны. Сознание падает. Те, кто предпочитает такой стиль жизни, они в тамагуне. Они живут, проживают свои жизни в тамагуне. И Бхагаван говорит, те, кто живут в моем месте, ну, в моем, где, в местах моих игр, в местах, где построены храмы, построены великими личностями, не какими-то обусловленными душами. Если обусловленная душа строит храм, это совсем никакой не храм. Когда обусловленная душа устанавливает божества, вам не нужно туда ходить, избегайте этого. Рамануджачарья об этом говорит. Если кто-то будет жить в моем месте, ну, то есть в моей лила-стали, в месте моего рождения, как Майяпур или Матура, тогда это сатвик, это в сатве, но имеется в виду с сердцем и в уме. То есть физически столько много людей живут в этих местах, в даме, в разных дамах, в отелях приезжают, живут. Даже здесь вы можете достать вина. Это очень даже возможно. То есть и правительство выдало лицензии. Бхагаван говорит, те, кто живут в моей даме, предположим, вы живете в Годруме, но не физически, а телом и умом вы живете в Годруме, вы полностью поглощены, тогда это называется ниргуна. То сатва раджатама, они не смогут на вас повлиять. Прохлад Махарадж, он не советует нам идти в лес. Сатвикавасам, ванвас, это значит избегать материалистического общения, избегать асатсанги и находиться рядом с садхугуру вайшнавами. И если это невозможно физически, по крайней мере в уме, вы должны совершать баджан таким образом. В английском языке или в других языках существует много слов, буквальное значение которых означает что-то одно, а внутренний смысл — это что-то другое. Поэтому перевод Бхагаватам — это практически что-то невозможное. Но тем не менее нам приходится это делать. Как вы знаете, слово «философия». В Европе люди знают слово «философия», но что означает «философия»? Если вы их спросите, и вы переводите слово «даршан» как «философия», вы встречаете слово «даршан» и переводите его «философия». Но «даршан» — это совершенно нечто другое. То есть то, что они говорят, «философия», это значение, оно здесь неприменяемо. То есть философия — это что-то созданное в уме, что-то красивое, что-то такое, слова какие-то, украшения. Но даршан — это нечто практическое. То есть вы совершаете огромную ошибку. Вы не знаете, что даршан — это значит что-то реальное. Это даршан. То есть в соответствии с вайшнава даршаном. Даршан значит что-то реальное, что вечно реально, что существует вечно. Даже в нашем индийском обществе некоторые поэты используют слово «даршан», и даже то, как они его используют, мы не можем принять это значение. Это не «даршан», то, что они имеют в виду. Я вам объясняю слово это «даршан» в соответствии с нашими вайшнавскими писаниями, шастрами. То есть это то, что является абсолютной истиной, что реально.
То есть Прохлад Махарадж сказал, я считаю, что будет здорово, если люди вылезут из этого слепого колодца, и если они станут совершать Харибаджан. И тогда Хираньякашипу, он очень оскорбился, разозлился. Он разозлился на Сандхья Марко. Чему вы там учите, Прохлад Махараджа? Он такие вещи говорит. И... Но Сандхья и Амарка, они сказали, поверь нам, мы его этому не обучаем. Но где он тогда этому научился, мы не знаем. В Гурукуле нет возможности покинуть Гурукулу, то есть он там ни с кем нельзя совершать плохое общение. То есть, по их мнению, какое-то другое общение — это было плохое общение вне Гурукулы, а в Гурукуле было хорошее общение. Как в случае Харидаса, мусульмане хотели выбросить его в Гангу, потому что для них выкинуть кого-то в Гангу — это было унизительно. То есть Сандхья Марко, они сказали, мы не знаем, где он научился этому. Он с рождения обладает этой природой. Мы не знаем, где он этому научился. Таким образом, Хираньякашипу, он не мог смириться с этим. И даже в сфере баджана вы можете найти такие вещи. Прабхупада, он говорит об абсолютной истине, но большинство людей хотят его избегать. Когда Прабхупада, он являл свои игры, даже люди его избегали, потому что он говорил об абсолютной истине. Очень многие хотели даже его убить. Те, кто против баджана, вы... Если кто-то, я не говорю вам выкинуть кого-то, но когда кто-то полностью против баджана, вы не можете с ними поддерживать никакой связи. Если кто-то полностью против баджана, то нет никакого смысла поддерживать с ними отношения, как Рамануджачарья. Когда кто-то, немножечко что-то, может быть, он на словах ничего не говорит, вы можете попробовать поменять такого человека. Жена Рамануджачарьи, она совершила даже оскорбление лотосный стоп Гурудева. Она оскорбила его, назвав его представителем низшей касты. И тогда Рамануджачарьи, он оставил ее. То есть есть столько много шлок. Это наставление Бхагавата. Тот, кто меня не ведет правильным образом, он мне не гуру. Он не гуру, он меня отправляет в ад своими учениями. Он мне помогает попасть в ад. Иногда, кто-то принимает форму гуру. И те люди, они мне недороги, и они мне совсем никакие не близкие, что они, те, кто не может мне помочь. И отец, он не отец. Мать не мать. И мать, она не моя мать, которая против баджана. И полубоги, они никакие не полубоги, если они против баджана. Муж, он не муж, если он меня отправляет в ад. То есть он не позволяет мне совершать харибаджан. Я ничего тебе не сделал. То есть никто, тут случилось, что кто-то из родственников выбросил мриданку в мусор, в помойку. То есть что случилось? То есть кто-то оставил мриданку в доме у кого-то, и когда-то он бы ее забрал, но если мриданка выброшена в помойку, то есть кто-то мог бы ее подержать в каком-то месте.
и потом бы ее бы преданный приехал бы и забрал. Это оскорбление. То есть если родственники выбросили мридангу, мы не можем стерпеть такие оскорбления, даже если кто-то является нам отцом, матерью и так далее. Прахлад Махарадж, он Смаран Бхакти Ачарья. Он нас учит, как избегать асатсангу. Бхагаван Шри Кришна, он дал совет Удаве. Удава, он уже столько много всего услышал, что он запутался совершенно. То есть он сказал, ты мне поведал о карме, потом о гьяне, а сейчас ты мне говоришь, оставь все и предайся мне. Поэтому я не понимаю, что делать. Я в затруднительном положении. Если ты хочешь стать бесстрашным, то оставь все и прими прибежище у моих лотосных стоп. Это финальное наставление. И тогда Удавджи сказал, ты йогешвареш-вари. Шанкар Бхагаван, он большой йог, а ты йогешвареш-вара. Шанкар Бхагаван, он йогешвар. Он может вас благословить, и вы можете достичь успеха в йоге, но ты йогешвареш-вара. Ты йогешвареш-вара. Ты Ишвара Йогешвары. Йога исходит из тебя. Я в затруднительном состоянии. Чему же мне следовать? Иногда ты говоришь что-то, иногда ты говоришь что-то другое. Мы живем в ведическом обществе. Может быть, наши родители, они не совершали харибаджан. Может быть, они исследовали атмадхарми, санатанадхарми, но они постоянно предлагали поклоны, ходили в храмы, совершали разные ритуалы. По крайней мере, они следовали какой-то общей дхарме. В ведической культуре об этом говорится, что говорится об общих каких-то вещах и о более таких сложных вещах. Кто-то может их принять. Кто-то спрашивает, почему в Ведах говорится о стольких многих вещах? Существует даже Данурведа. Там описывается военное искусство, как стрелять из лука. Но есть Аюрведа, есть Астроведа, Джотиш, Шастра. То есть люди, они могут принять знания в соответствии с их положением. Таким образом, они могут сделать первый шаг. Когда ребенок растет, он хочет всегда сидеть на ручках, а вы обучаете ребенка ходить. По крайней мере, вы хотите, чтобы он совершил один шаг, два шага.
Но ребенок, он падает и начинает плакать, возьми меня на ручки. Но, по крайней мере, он пробует совершить один или два шага, то есть он практикует, а иначе он не сможет научиться ходить. Поэтому что-то лучше, чем ничего. Хорошо. Например, ваша жена, она не занимается харибаджан, но, по крайней мере, она вас не ненавидит. Она есть, существует семья, и там кто-то хватается за шилограммы и бросает их, как камни. Гирирадж, все бесполезно. Некоторые, они шизофреники. Это заболевание умственное. То есть, если в вашем случае это не так, то есть ваша жена, она, по крайней мере, не бросает, не выбрасывает фотографии вайшнавов, то есть она не против вайшнавов, то нормально. И если она не выбрасывает прасад, она принимает его, то это нормально. Но в некоторых семьях, я знаю, там они полностью против харибаджана. Жена бьет мужа тапками. Один преданный расплакался передо мной, рассказал об этом. И был, есть еще один учитель и математики из Бомбея. Он в школе работал в Бомбее. Он расплакался передо мной. И он сказал мне: «Моя жена, моя дочь, они все против меня, они мне не разрешают ничего». И они даже все оскверняют, они все выбрасывают, оскорбляют, потому что я их не вожу по ресторанам и так далее. И в итоге они оскорбляли его, кидались тапками в него. И в итоге эта жена, она заболела раком. И таким образом, то есть такой рак был, что там ни один доктор не мог помочь. И вот этот учитель, он ездил в больницу, он приносил ей лекарства, прасад, ходил на работу. И в итоге перед смертью жена сказала: «Я прошу прощения у тебя, все, что ты сделал, это... все, чем ты занимаешься, это правильно. Это я всю жизнь напрасно прожила». Но в итоге она умерла. Это очень опасно. Удава сказал: «Ты Йогешварешвара». Шанкар Бхагаван, он Йогешвар. Но ты Йогешварешвара. Но я в затруднительном положении, я запутался. Бхагаван Шри Кришна понял, что Удава, он в затруднении, потому что он думает, что если он оставит все предписания шастр, то есть я ему посоветовал оставить веды, и Удава, он в затруднении, потому что он думает, что если он оставит предписания вед, то есть если мне удастся доказать ему, что веды, они не отличны от меня. Веды и я — это одно и то же. Тогда Удава, он... займет стабильное положение. В Бхагаватам написано: веды не отличны от Бхагавана. То, что веды — это Бхагаван. Поэтому великие муни-риши, они не могут принять совершенного решения по поводу ведических наставлений. Один саду говорит: имеется в виду вот это, а другой саду говорит: нет, нет, так нужно делать. То есть они все не могут прийти к правильному заключению. И Махапрабху, он сказал то же самое Сарвабхаума Бхаттачарье. Пракасананда Сарасвати также. То, что написано в Ведах,
Невозможно это осознать. Многие люди написали комментарии к ведам. Многие. Но Махапрабху сказал, Веды, Веданта, написаны Вьясадевом Госвами, и он Шактявеш Аватар, он Бхагаван, сам Бхагаван. Поэтому то, что он имел в виду? То, что имел в виду Вьясадева, он только один и понимает это. Все остальные, они могут только предполагать, они могут только спекулировать. А те, кто полностью находится в гармонии с Вьясадевой, те, кто в гармонии с сердцем Вьясадева, то они могут понять заключение Веда, а иначе как это возможно? То есть предположение тут не подойдет. Шанкарачарья, он применил, то есть использовал свой ануман, свои предположения. Конечно же, он это сделал по наставлению Бхагавана. Бхагаван ему приказал установить вот эту вот Сарирак Васю, Маявада Васю, или Басю, как говорится правильно. Таким образом, все демоны, они будут в иллюзии, таким образом, они не будут нарушать сферу бхаджана. Предположения, они не работают в понимании вед. То есть Бхагаван подумал, Удва, он... вот эти вот сомнения в сердце Удова, они его посетили по милости Кришны, по вдохновению Кришну. Я уже вам это неоднократно сказал, что это все план Бхагавана. Это все игра Бхагавана. Если Бхагаван не вдохновил бы Удову таким образом, тогда не было бы возможным услышать вот эти вот ответы Кришны. То есть вот такая вот ситуация. Не думайте, что Удова... Бхагаван уже сказал, что между Удовой и мной нет никакой разницы. Не существует даже разницы величиной с атом между мной и Удовой. Поэтому как же Удова может чего-то не понять? То есть простые люди, обычные люди, они могут, у них может родиться такой вопрос. И я не отличен от Удовы, это слова Кришны, поэтому как Удова может сомневаться? Но если Удова не задавал бы эти вопросы таким образом, тогда у Бхагавана Шри Кришны не было бы возможности ответить на эти вопросы в деталях, со всеми деталями, со всеми подробностями. Тогда Бхагаван подумал, если я докажу каким-то образом, что я не отличен от Вед, тогда Удова, он, грубо говоря, успокоится, утешится. И тогда Бхагаван стал говорить о таинстве. Он стал говорить обо всем в подробностях. Он сказал, Удова, ведическое знание, как оно является в этом мире? Смотри, когда есть бревно сухое, внутри бревна находится огонь. Какой огонь? Мы не видим никакого огня. Нет, огонь там. Потому что долгое время это дерево, оно лежало под солнцем, и, ну, вот это вот бревно, и оно накопило энергию солнца. То есть внешне вы не увидите огня. Но внутри этого бревна там огонь. Внутри бензина, масла, внутри нефти, там огонь. Но вы его не видите. Бхагаван Шри Кришна объяснил, на первой стадии огонь находится в пространствах вот этого вот бревна, то есть в
каждом объекте есть, присутствует пространство какое-то, то есть, но мы не можем этого увидеть. Все зависит от density, вязкости того или иного той или иной субстанции. Внутри дерева есть огонь, но он там находится в скрытой форме. Когда ты, иногда это происходит в лесах в нашей стране, во Вриндаване случаются иногда леса такие сухие. В этом году в Дели температура дошла до 52 градусов летом. И когда я жил во Вриндаване, там доходило до 48 градусов, тело было красным. Сколько бы вы жидкости не выпили, она сразу испарялась. И в те времена мы наблюдали вот эти вот пожары из-за трения между деревьями, то есть выходили искры и поджигали леса. То есть, когда искра падает на сухую листву, то начинается пожар. И пожар, он просто пожирает целые джунгли, леса. Это очень опасно. И только после того, как огонь поглощает все пространство, он успокаивается, становится шанти. То есть, когда он все сжигает, он успокаивается. Иначе он не успокаивается. И Бхагаван сказал: «Удава, ты знаешь, как веды появились?» И он объяснил. Я знаю, это очень сложно понять, но я попробую объяснить простым способом. То есть в бревне есть огонь, после чего вы начинаете тереть один кусочек дерева об другой. Даже в вашем теле есть огонь. В теле всех и каждого есть огонь. Если бы у вас не было огня, как бы вы переварили чапати и роти? Бхагаван говорит в Бхагавадгите. Очень ясно он говорит. Я нахожусь в теле каждого, как вайшанар агни. В Бхагавадгите Бхагаван говорит, в теле каждого я вайшанав агни. Это тот огонь, который помогает вам переваривать пищу. Чапати, чанарасу и так далее. Вы можете переварить параманну, сладости. Но вы не знаете об этом. Вы только принимаете прасад, совершаете служение, и все автоматически случается. То есть вам не нужно предпринимать никаких действий, телодвижений. Смотрите, какое это волшебство. Переваривание происходит автоматически. Вам не нужно ничего делать. И когда вы родились, ваше сердце, оно билось сразу. Вам не нужно ничего делать для этого. И вплоть до последнего момента вашей жизни, и кто это включает все? То есть автоматически сердце бьется, но и в тот момент, когда сердце перестанет работать, это будет ваш последний день. Как все случается автоматически, все организовано Бхагаваном, но тем не менее люди, они даже не понимают, что к чему. То есть столько много практических примеров, о которых можно поговорить, но тем не менее люди не понимают своего положения. То есть Кришна говорит в Бхагавадгите: «Я вайшанар агни, я перевариваю сладкое, горькое, острое». Огонь, он присутствует в бревне, но мы его не видим. Бхагаван сказал: но когда вы станете тереть два куска дерева друг об друга, и благодаря трению создаться тепло, это вторая стадия. На первой стадии огонь находится внутри. На второй стадии вы совершаете трение, и дерево нагревается.
после чего по причине трения вылетает искра. И когда искра, она дотрагивается до чего-то сухого, то разгорается огонь. То есть первая стадия — это скрытая стадия. Вторая стадия, то есть мы наблюдаем немного тепла. Третья стадия — это искра. И после чего искра входит в контакт с легко воспламеняющимся объектом, как, например, ги, ну, или керосин, или нефть, или вообще все что угодно. В Калькутте, на этой площади, рядом с каким-то зданием, я там был, я жил дома еще в те времена, там случилось что-то. Там машина с бензином или с нефтью, петролиум — это бензин, нефть. То есть как-то и по причине трения этот нефтяной резервуар, он там то ли взорвался, то ли загорелся, и там загорелся. Там было столько много пожарников, все пробовали потушить. Они используют специальные какие-то вещества, потому что вода, она будет, она испаряться. Когда горит нефть, тепло, то есть жар, он настолько, температура настолько высока, это не может сравниться с температурой, на которой вы готовите, нет. Температуры такие высокие, что вода сразу испаряется. На солнце температура, она настолько высока, что мы даже не можем это просчитать. Таким образом, Бхагаван сказал, веды, они выражаются таким образом. О Удава, сначала они находятся в скрытой форме, после чего Бхагаван сказал, что Бхагаван сказал? Бхагаван сказал. Я тебе советую принять прибежище у Параматмы. Параматма имеется в виду Кришна, сам Кришна. Это Параматма. Она живет рядом с Дживатмой. Что говорят Упанишады? Светошватара Упанишада, там говорится, что две птички живут в теле. Тело, оно сравнивается с деревом. И также в Гите вы найдете этот вичар. Бхагаван говорит, целый мир, он своего рода дерево. Бхагаван об этом говорит вот в этой шлоке. Здесь, в материальном мире, мы видим, что корни, они внизу, а листва наверху. Ветки, листья наверху. Но Бхагаван говорит, что это самсара материальная. Что материальная самсара — это тоже своего рода дерево. Но разница заключается в том, что корни наверху, а листва и ветки внизу. Бхагаван говорит, этот материальный мир, семейная жизнь, все это своего рода дерево с корнями наверху, потому что я — это корень всего, а ветви, они внизу. Как самсару можно сравнить с деревом? Да, можно. На дереве много фруктов, хороших, плохих. Что-то вы можете ненавидеть, что-то вам может нравиться. Очень там много разных фруктов. Вы ведете свою семейную жизнь. Я вам не говорю
отказаться от всего и оставить дом? Для чего вы ведете вашу семейную жизнь? Чтобы получить фрукт. И фрукт не имеется в виду яблоко или ананас. Вы ведете свою жизнь семейную, потому что вы хотите обеспечить наслаждение, будущее. Это своего рода фрукт, результат. Вы, то есть, когда вы кладете деньги на счет в банк, вы тоже, у вас есть какие-то понятия, какие-то ожидания. Этот материальный мир, он сравнивается с деревом, на котором фрукты. И страдания, и наслаждения дживы, они принимают эти фрукты, кушают их. Бхагаван дает этот пример в Светошватара Упанишаде. Две птицы сидят на дереве. Ваше тело сравнивается с деревом, потому что вы наслаждаетесь или страдаете. Бхагаван говорит, на дереве сидят две птицы. Одна птица, она не кушает плоды. Она не вкушает плоды дерева. Она только сидит и смотрит. Она наблюдает за деятельностью второй птички, дживатмы. А дживатма, вторая птичка, она не понимает, что «О, друг рядом со мной смотрит на меня». Вы не можете понять этого, что параматма на вас. Вы думаете, что вы свободны, и вы можете делать то, что вы хотите, так вы думаете. Вы не можете понять, что у вас находится параматма, это невозможно для вас. И вторая птичка, дживатма, она постоянно вкушает плоды дерева, плохие, хорошие, счастье, страдания. И параматма, она не кушает эти плоды, она только наблюдает за второй птичкой. Что же мой друг делает? Тот друг, дживатма, она не знает, что первая птичка — это ее самый лучший друг. Параматма, она в вас, это ваш вечный друг. Не только, что это дружба, она только на один месяц, на один год. Нет, это вечная дружба, но вам нужно ее открыть, узнать, обнаружить. То есть параматма наблюдает, о, как же она страдает, эта птичка, дживатма. Почему ты страдаешь? Я никогда тебе не говорил страдать. Я твой друг. Приди ко мне, ты решишь все свои проблемы. Но дживатма, она не может осознать, что друг в ней. Она не может этого осознать. Есть люди, которые не получили инициацию, но у них есть понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Они не понимают абсолютные вещи, но их этикет и характер, который не имеет никакого значения, если вы не совершаете баджан или мо. Но кто-то, в общем, может рассуждать таким образом. Это нехорошо, я не... Мне не следует так поступать, но некоторые, они не могут не делать что-то плохого. Например, как Дурьодана. Дурьодана, он непреданный. Это обусловленная душа. И он даже аватар Кали. Это воплощение Кали. Инкарнация Кали. Об этом написано в шастрах. Кали принял форму Дурьоданы. И Дурьодана, он получил общение своего деда Питама Бишмы. И санга, я вам уже объяснил, это означает обмен теплыми чувствами. Питама Бишма, он величайший преданный. Но Дурьодана, он не принял его качества.
если я правильно поняла. Дурьодхана, он сказал такие слова: «Я понимаю, что такое хорошо, а что такое плохо, но я не могу остановить себя, я не могу не делать плохих поступков, не поступать плохо». Прежде чем оставить тело, Дурьодхана сказал Кришне: «Я знаю, что такое хорошо, а что такое плохо. Я знаю, что такое дхарма». Дурьодхана сказал Кришне: «Я знаю, что есть дхарма, но у меня нет никакого вкуса к следованию дхарме». Например, когда кто-то, когда слушают санкиртан, они не обладают никаким вкусом к санкиртану, потому что они движимы майей. И это естественно для них. То есть амрита санкиртан. И люди, которые движимы дьяволами, они им не нравится санкиртан. Я знаю, это что такое дхарма, но у меня нет никакого вкуса к следованию дхармы. И я знаю, что вот это вот действие — это адхарма. Я знаю, что мне не следует так поступать, но я не могу себя остановить. Мне приходится так поступать. И тот же самый вопрос задал Арджуна Кришне. Кто является той движущей силой? Люди не хотят грешить, тем не менее они грешат, поступают плохо. Как если бы кто-то их просто заставлял совершать плохие поступки. Как же это возможно? Арджуна сказал такие вот эти слова. Дурьодхана сказал эти слова: «Я знаю, что такое дхарма, но у меня нет вкуса к дхарме, но я знаю, что есть адхарма, я знаю, что мне не следует так поступать, но я не могу остановиться». Все дживы, они обязаны следовать своим самскарам. Они просто обязаны следовать за своими самскарами. Дживы думают, что это они делают что-то, но самскары, что значит самскары? Это пракрити. Что такое самскар? Это пракрити. Эта природа, она вас занимает в хорошей деятельности или в плохой деятельности. Вы думаете, что это вы делаете. Ваши самскары, они движут вами. Ваши вот эти скрытые, неизвестные самскары, они управляют вами. Я действующий, я наслаждающийся. Джива думает: я действую, но она не действует. Потому что я, значит, душа. Что является настоящим «я», истинным «я»? Это атма, но атма в данный момент, она себя отождествляет с этим телом. Бхагаван сказал, природа человека управляет им. Это природа, это движущая сила, но человек этого не понимает. Человек, он обязан поступать так или иначе, как будто кто-то его провоцирует: «Делай, сделай это, сделай это». Он просто обязан так поступить. И по причине ложного эго дживатма говорит: «Это я сделала» или «Я сделал». Дживатма так говорит, у нее есть такое мнение, что она является действующим, тем, кто действует. Иногда мы, не желая того, мы обязаны что-то делать, как будто мы движимы какой-то силой. Это мои самскары предыдущие. Вы ищете врага вне, но враг — он вас.
Бхагаван, Арджуна спросил, кто враг, кто делает это? Ваши самскары, они ваш враг, они движут вами, управляют вами, поэтому вы обязаны поступать неправильно. И я вам расскажу, как веды появились из Бхагавана, из пупка Бхагавана, как они поднялись. И здесь Бхагаван говорит, что во всех и каждом Бхагаван сказал, что существует шесть чакр в теле, начиная от Муладхары. То есть первая Муладхара, потом тут, вот здесь, здесь, здесь. Шесть чакр. Как Параматма гуляет по этим чакрам? Это очень сложная тема. Вам, наверное, может быть неинтересно, но нам придется это обсудить все. И завтра я обсужу все эти вещи. Таким образом, вы сможете понять, то есть простым языком попробую объяснить. Итватто падам грихаманда купам баламгата яд харима срайт панчакалпадурасикипасадим патитан павана павашна юрна.